В Елабужском институте Казанского федерального университета состоялось научно-познавательное мероприятие, организованное Российским обществом знания. Научный форум под названием «Ученый говорит» был организован в виде батла, судьями в котором являлись все присутствующие слушатели. Нескольким молодым ученым предстояло в короткой и доступной форме провести лекцию о последних достижениях в области науки и технологий, после чего аудитории с помощью аплодисментов предстояло выбрать, кто из лекторов продолжит рассказ, а кто выбывает из гонки. В оригинальном соревновательном формате были представлены доклады, посвященные современным технологиям дополненной реальности, нейрокомпьютерным системам, вопросам кибербезопасности, способам изучения молекулярных свойств веществ и даже технологиям создания космических шаттлов. Мы подаем это довольно интересно и просто. И как раз-таки очень много студентов и учащихся, они увлекаются каким-то вопросом и потом сами начинают углублять эти знания сами для себя уже. Вообще формат батлов «Ученый говорит», он не нов, он ранее тоже использовался, но вот Российское общество знания решило создать свой проект. Его суть в том, что мы в краткой форме за 15 минут стараемся рассказать ребятам о каких-то своих исследованиях. Я рассказываю про IT-сферу, о том, почему приложение мобильное выглядит так, как выглядит. Во встрече со спикерами Российского общества знания приняли участие как студенты института, так и обучающиеся колледжа и университетской школы. Формат научного батла «Ученый говорит» позволил всем присутствующим не только получить множество интересной информации за короткий промежуток времени, но и самим скорректировать содержание дискуссии путем выбора победителей в каждом из раундов. Мероприятие проходит очень интересно. Новый формат какой-то, вносит какое-то оживление в привычный формат лекции, так скажем. Я хочу связать свою жизнь с сферой IT, маркетингом и рекламой. И поэтому мне очень понравилось выступление Марии, потому что ее навыки, ее знания очень пригодятся мне в будущем. Отметим, что проект «Ученый говорит» успешно реализуется во многих научно-образовательных площадках по всей России и служит для популяризации самых актуальных и прогрессивных достижений отечественной и мировой науки. Амир Ахтямов, Айдар Нурмиев, Универньюз.